Сегодня наша страна отмечает важный праздник – День Конституции. 30 августа 1995 года главный документ Казахстана был окончательно утвержден на общенациональном референдуме после множества обсуждений. За 28 лет в Конституцию 6 раз вносили изменения. Последние 56 поправок инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев и вынес их на республиканский референдум. Изменения поддержали более 77% казахстанцев. Конституционные реформы, которые прошли в нашей стране, увеличили политическую активность народа. Вот недавно прошли выборы в парламент, и он у нас стал многопартийным. Много перемен, и они, на мой взгляд, к лучшему. Напомню, согласно принятым поправкам, страна переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом. Из Конституции исключили привилегии первого президента, запретили смертную казнь, прописали, что земля и природные ресурсы принадлежат народу. Близким родственникам президента запретили занимать должности политических госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Несколько поправок касались выбора мажилисменов. А еще казахстанцы, согласно нашей обновленной Конституции, теперь могут сами обращаться в Конституционный суд.